Всем привет, друзья, с вами Болторез. В прошлой серии мы добрались до бара, у нас есть ключ, давайте же найдем то, что он открывает. Можно мне зайти на сцену? Я там хотел пару аккордов взять, но, к сожалению, нет. Хотя нет, смотрите-ка. Очень странно, хотя нет, вы знаете. Все довольно логично, потому что в первой серии у нас в доме была акустическая гитара, мы попробовали на ней сыграть когда-то и порвали струну. Поэтому, как вы видите, к этим гитарам мы не можем подойти, потому что ну смысл, если мы не умеем, правильно? Когда-то на этих инструментах играла целая группа людей. Вместе они создавали полноценную музыкальную композицию. Зачем они это делали, если музыку легко мог синтезировать один человек? Тебе, железяка, этого не понять. Попробуй, давай посмотрим, что умеешь. Прибыла в Одессу. Ну, это все, на что мы способны. Окей, выходим. Нам стоит осмотреться. Бильярд. Может, самое время покатать шары? Ну, давай, давай. Арти. Попробуй, я думаю, тебе понравится. Ну почти, ну там же прям вообще на чуть-чуть, на миллиметраж-то зашло. Да, Арчи. Арчи, 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 какая нахуй разница? Ни на гитаре сыграть, ни шар забить, ни хера не может. Что за робот? Плазменный резак и то строителю вовремя не доставил. Ну да ладно. Что это у нас? Грязная салфетка или... Ну-ка, давайте взглянем. Почему этот стол зарезервирован? Они же все свободны. Мне кажется, это некий ключ. Картины, картины, смотрите-ка, ребят. Может быть, за одной из картин есть сейф? Что мы можем сделать с автоматом? Давайте поставим музыку, раз сами не можем ее извлечь. А что-нибудь повеселее есть, нет? Что за какая-то унылая хуета играет? Пиво, суп. Заебись, кто-то поужинал. Хорошо, мы отсюда выходим, потому что здесь нет абсолютно ничего интересного. Плакаты, шляпа. Я на сей раз очень внимательно все это буду осматривать. Ага, записули, ну-ка. Музыка в вашем баре прекрасна, но какая же гадость ваша заливная рыба. Я не хочу портить репутацию вашему чудесному бару, но повара я бы посоветовал сменить. Не сменить, а уволить? Так уж и пиши. Шляпа. Почему бы нам я не знаю, уволить? Что делать этим предметом. Бля, ты видишь плакат перед тобой? Дважды два четыре. Арти, это стиль, понимаешь? Это модно, молодежно и круто. Во, примерь. Зато он знает, для чего нужно зеркало. Мне кажется, это глупо. Хорошо, это что? Так проснитесь же, мистер Нью. Проснитесь. Вас снова ждут великие дела. Стоп, что я только что сказал? Это была отсылочка к Half-Life? Вероятно, музыка была важной частью жизни людей. Это место очередное тому подтверждение. Слушайте, ну в этом баре мы не можем куда-то уж особо тут походить, разгуляться. О, кстати, а вот и ключик. Возможно, сюда подойдет ключ, который я нашел в квартире информатора. Давай попробуем. Ну, судя по узорам на этом шкафу, да, ключ определенно отсюда. А может быть, он ведет куда-то? Ну да. Видимо, это дверь в какое-то тайное помещение. Интер аудио паспорт. Взломайте код.
Аудио код. Подождите, а вот это уже интересная загадка. Что здесь написано? Арти, ты куда пошел? Ты к пивку, что ли, решил приложиться? Алло? К вискарику? Ну ты, блядь, какой. Это так и было. Да-да. Так и скажу. Окей, здесь музыкальная загадка. ABCDF, вот эти вот все буквы, это ноты. До, ре, ми, фа, соль, а, си. Но какую музыку я должен... Нас заперли, да? А какую музыку-то я должен подбирать? Вот это я пока не понял. Это кто? Это разработчики? Где-то должна быть подсказка, либо мы должны подбирать мелодию, которая сейчас играет из музыкального автомата. Этот старинный музыкальный автомат имеет огромные габариты и массу, но единственная функция, которую он выполняет, воспроизведение очень небольшое. Да-да, это мы знаем. Я попытаюсь сейчас его еще раз активировать, может быть, он сменит пластинку. Или вся та же мелодия будет звучать. Нет, мелодия здесь разная, слушайте. Почему этот стол зарезервирован? Они же все свободны. Так, drink, jazz. Блядь, где-то должны быть буквы. Мне кажется. А, кстати, вот это может быть. Потому что 4 звука. Ну-ка, пробуем. Да, и слышите, заедает пластинка и начинается заново. Здесь как раз 4 звука. Блять, надо еще найти. Первый звук. Похож на С. Ну-ка, давайте попробуем сравнить. Блять, это выше стало звучать. Угу. Еще раз. Маэстро Болторез. Лестница в подвал. Для чего ее нужно было так прятать? Сейчас мы узнаем, Марти. Погнали. Со знаком вопроса на лице. Подождите, а что, это все, что ли? Это я прошел вот эту локацию? Так быстро? Угу, но это убежище людей, смотрите-ка. Какое странное место. Не похоже, что оно заброшено. Здесь кто-то был совсем недавно. Люди. И, наверное, они съебывались в спешке, потому что здесь даже и кровати не заправлены. Возьми мишку, пригодится. Ёб твою мать. Это мишка или корова? Хорошо, нам стоит осмотреться. Может быть, здесь пункт диск? Приготовления пищи. Здесь много грязной посуды. Очевидно, люди не покидали это помещение очень долго. Нет, люди просто свиньи, которые не могли помыть за собой посуду. Видимо, у них закончились двери. Закончились двери. Блять, эта игра — это просто сборник выражений.
одеться, наложить на себя текстиль. В баллонах. В подвале есть раковина, а водопровод в городе функционирует без перебоев. Мы видели, какая вода в водопроводе городском. Спасибо. Здесь были дети. Папа, мама, я, счастливая семья. Эх, ребятня, мечтала о лучшей жизни. Но что-то случилось. Ну-ка, давайте здесь пороемся. Рация имеется. Ничего полезного. В смысле ничего полезного? Ты дурачок, что ли? Арти, посмотри получше. Ничего как-нибудь полезного. Да. Вот смотрите, ребят, сейчас нам нужно будет что-то где-то сделать, и мы вернемся к этому сундуку. Температурные фоны и остатки органики показывают, что здесь не так давно готовили пищу. Возможно, менее суток назад. Так, ну это и да, это я уже смотрел. Ну все сходится, потому что там и письмо-то пришло как раз день назад. Похоже, кто-то был болен, и ему оказывали медицинскую помощь. Я читал, что у людей есть механизмы саморегенерации, но тем не менее они вынуждены прибегать к помощи различных медикаментов. Это игра, в которой робот познает мир. Я не смог связаться с тобой и увел всех в другое место. Кто вы? Что вы здесь делаете? F2, спокойно, я свой. Давайте представимся, наверное. Я RT-217NP. А кто вы? TR-2-5201 Флетчер. Как вы обнаружили это место? F2 должен был передать нам важные данные. Мы, собственно, его ищем. Пропало. Возможно, его разоблачили. Мне поручено отыскать эти данные. F2 арестован? Как его вычислили? Откуда вы узнали об этом месте? Нам неизвестно, что случилось с F2. Я проник в его квартиру и прочитал на интеркоме сообщение, в котором говорилось о ядре. Мы предположили, что речь идет об этом баре. Значит, полиция тоже знает об этом месте? Думаю, это сообщение никто, кроме меня, не видел. Я удалил его после прочтения. Значит, мы на одной стороне, и вы тоже помогаете людям. Сколько вас? Верно. Нас пятеро. Я считал, что только мы знаем правду. Всей правды пока не знает никто, но вы не единственные, кто пытается помочь людям. Нам нужно объединить усилия. Сколько человек вам удалось спасти? Пока ни одного. Шаттл, переправлявший людей, которых мы должны были принять, потерпел крушение. Все на борту погибли. Мне жаль. Нам нужно как можно скорее объединиться и перевести всех людей в безопасное место, чтобы избежать подобных происшествий в дальнейшем. Согласен. Что нужно сделать для этого? Недавно я получил от F2 важную информацию, которую, видимо, он собирался передать и вам. Мне нужно встретиться с тем, кто вами руководит. Это ваш аэрокар стоит на улице. Да, вам нужно поговорить с Грегорем. Я могу отвезти вас в наше убежище. Мне кажется, это ошибка. Понимаете, в чем прикол? Мы за всю игру вообще ни одного живого человека не видели. Не кажется ли вам это подозрительно? 7 человек, 5 взрослых, 2 ребенка. Где они сейчас? В городе, в одном из укрытий. Мы постоянно перемещаемся, чтобы нас не обнаружили. USS узнала о двух наших убежищах, но благодаря F2 мы успели покинуть их до появления полиции. Известно ли вам что-то о других группах людей? Мы знаем о существовании нескольких разрозненных групп. Необходимо выйти на контакт с ними, иначе рано или поздно их обнаружат. Сегодня в супермаркете я увидел, как полицейский схватил человека. Мне удалось вмешаться и спасти его. Вечером этот человек должен привести свою группу в условленное место. Действовать приходится скрытно, ведь роботов, знающих правду, очень мало, и их преследует полиция. Нужно обеспечить им безопасность. Нелегко спрятать большую группу людей и снабдить ее всем необходимым. Но мы не можем привести всех сюда, потому что обнаружить здание, в котором много людей, будет несложно. Арти говорил, что F2 передал вам какие-то данные. Могут ли они нам помочь? Именно.
F2 обнаружил в полицейских архивах информацию о заброшенной исследовательской лаборатории, которая находится под землей. Раньше в ней работали люди, но с тех пор она законсервирована. Это идеальное место для укрытия. Там можно расположить всех людей, которых мы уже нашли, и тех, кого еще обнаружим. Полиция не станет искать это место. Оно находится за чертой города. Безопасно ли использовать информацию из полицейских архивов? Да. Эта информация из архива пока не представляла интерес для USS и не была проанализирована. После копирования F2 стер данные о лаборатории, так что теперь о ней никто не узнает. Это отличная новость. Тогда нам нужны координаты, и мы сможем начать подготовку лаборатории для размещения людей. Есть две проблемы. Точные координаты лаборатории неизвестны. Потому что в лесу расположены устройства глушения. Их нужно запеленговать и отключить. Кроме того, мы не знаем, что нас ждет внутри лаборатории. Нужно убедиться в ее безопасности, восстановить подачу энергии и наладить водоснабжение. Ну и понятное дело, кто этим займется. Арти, вы хорошо поработали. Думаю, я могу поручить вам решение этих проблем и подготовку лаборатории. Нужно приложить все усилия. От этого зависит жизнь многих людей. Ну окей. С чего мне стоит начать? Хорошо. С чего мне начать? Сначала исследуйте местность, чтобы обнаружить глушащие устройства. Мы не знаем, как они выглядят и насколько сложно их отключить. Связь в этой зоне невозможна, поэтому вам придется полагаться только на себя. Когда вы отключите глушащее устройство, мы сможем определить точные координаты лаборатории по ее энергетической сигнатуре. Арти, воспользуйтесь аэрокаром, чтобы как можно быстрее отключить устройство глушения и взять лабораторию под наш контроль. А мы с Флетчером организуем транспортировку людей. У вас в запасе примерно 18 часов. Восполните заряд вашей батареи и выдвигайтесь. Вечером лаборатория должна быть подготовлена. Понял. Выдвигаюсь. Этот Арти какой-то вообще бесхребетный робот. На все соглашается, да, все сделаю. Хотя, опять же, я повторюсь, что я не видел ни одного живого человека. Меня это немножко смущает. Мне кажется, что эта история слишком-слишком загадочна, чтобы быть настолько простой и очевидной, как нам рассказывают. Нам нужно разобраться с глушилками, нам нужно проникнуть в лабораторию и ее подготовить. Окей. Здесь даже можно вот так поуправлять, здорово. На пробел можно попрыгать. Опа, давайте сделаем это. На таких машинках я еще не катался. Интересно, для чего это было введено, если здесь нет погони, нет никакого экшена и особо... Пейзажа я здесь тоже не наблюдаю. Ну да ладно. И сколько мы будем ехать? Заебись. Ничего страшного, проехали просто сквозь дерево и все. Какой был в этом смысл, не понимаю. Ага, нас палили. Что это, блядь, за лонгольер? Вот это уже поинтереснее. Я так понимаю, что снизу... Да, снизу красные квадраты. Это, да, это деревья, от которых мы должны уворачиваться. Это сука. Я не понимаю, я должен уворачиваться только от деревьев или еще от его выстрелов? Потому что если я от того и от другого, это, блядь, сложно. Надо туда и туда смотреть. Ну, пока я вроде как справляюсь, да. Мы всего лишь треть, наверное, или даже 1/4 пути. Все, до свидания. Ас! Получили достижение.
Это глушилка, я на месте. Ну, просто так взорвать, это, наверное, не вариант, потому что сразу паника будет. Сюда понаедет полиция и нас всех слатошит. Нам это совершенно не надо. Этот дрон меня чуть не уничтожил. Должно быть, это очень старая модель. Если бы это был современный полицейский дрон, без оружия мои шансы уцелеть были бы минимальны. Ну да, нам повезло. Везение оно такое. Ну окей, ребятки, тогда мы на этом здесь и заканчиваем в этой серии. И что будет дальше, узнаем в следующей. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!